Всем доброго времени суток, представляю перед вами автомобиль. У нас Lada Largus 2016 года выпуска. Автомобиль оснащен мотором 1.6 литра на механической коробке передач. У автомобиля всего лишь один владелец, отличное техническое состояние, чистенький ухоженный салон и классная комплектация. Так, переместимся в салон, я вам покажу состояние салона и покажу комплектацию. Здесь у нас с вами вот такой вот чистый, аккуратный салон. Сиденье, карты дверей, состояние отличное. Спереди у нас с вами такой же замечательный салон. Сиденье, карты дверей, панель, водительская дверь, состояние отличное. Так, у нас с вами имеются подогревы передних сидений, стеклоподъемники задние у нас находятся здесь, передние у нас находятся здесь. Как я вам говорил, здесь хорошая комплектация, стеклоподъемники я вам показал. Также у нас с вами имеется регулировка зеркал, отопитель салона у нас с вами с кондиционером, стеклоподъемники передние я вам тоже показал. Здесь у нас с вами располагается штатная магнитола, здесь можно воспроизвести MP3 диски, также есть AUX, USB разъем, в комплекте два заводских ключа и автомобиль заведен, ровненько работает мотор, пробег на автомобиле составляет 152 тысячи километров. Данный автомобиль находится в наличии в автосалоне столицы. Приезжайте к нам на осмотр, на тест-драйв. Заведем, прокатимся, все вам расскажем про автомобиль. Если вас все устроит, эту машину вы сможете у нас приобрести по системе трейдинг в кредит, либо за наличный расчет. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Желаю вам хорошего настроения. Всего вам доброго. До свидания.